Телеведущая стала гостьей в программе «Эксклюзив». В беседе с журналистами она высказалась о своем браке. Ксения Собчак решилась на разговор о своем браке после многочисленных слухов о романе с Константином Богомоловым и драке ее супруга с предполагаемым любовником. Телеведущая дала интервью в передаче «Эксклюзив». Звезда не стала отвечать на прямые вопросы о разводе, но и не отрицала, что сейчас в ее браке настал сложный период. Телеведущая отказалась говорить о том, собирается ли разводиться. Вместо этого она заявила, что относится к своему супругу с большим уважением, ведь он папа ее сына Платона, и он всегда будет для нее близким и родным человеком. Затронула Ксения и тему бывшей семьи мужа. Она отметила, что она сумела наладить отношения с его старшими наследниками Полиной и Данией и надеется, что они стали друзьями. Секс с супругой Максима Виторгана у Собчак также хорошее отношение. Ведущая убеждена, что несмотря на наличие проблем, люди должны сохранять человеческий облик и намерена сделать все от себя зависящее для счастья сына. Она хочет, чтобы ее наследник знал, что его любят и у него есть замечательный отец и прекрасная мать. На вопрос, стоит ли ждать вестей о разводе, Собчак ответила, что не готова делать подобных заявлений, пишет StarKid.ru.